Обработка сообщений Айкубас. Избранное, заметки, отправка по e-mail, удаление документа. Добавление в избранное. В ходе обработки документов могут встретиться особо важные сообщения, к которым было бы полезно вернуться позже. Для быстрого доступа к подобным документам их можно добавить в избранное, нажав на значок звездочки, расположенный в правой части каждого документа. Для того, чтобы вывести список сообщений, добавленных в избранное, нужно создать для них виджет. Для этого в меню создания виджетов выберите пункт «Избранное». У вас на рабочем столе появится отдельный виджет с сообщениями, отмеченными звездочкой. Прикрепление заметки. Под значком звездочки расположен значок страницы с загнутым углом, кликнув по которому, можно прикрепить заметку к документу. Заметка – это любой произвольный текст, который прикрепляется пользователем к сообщению и окрашивается в яркий цвет. Заметку впоследствии можно быстро удалить, наведя на нее курсор и нажав крестик. Отправка документа по электронной почте. Для того, чтобы отправить документ на электронный адрес, необходимо кликнуть на значок конверта в правой части сообщения. После этого нужно заполнить все необходимые поля в открывшемся диалоговом окне, и письмо будет автоматически отправлено адресату. Документ можно отправить как в теле письма, так и в виде прикрепленного файла. Если отправки документов делаются периодически на один и тот же адрес, его можно сохранить в настройках. Удаление документа. Для того, чтобы удалить документ, достаточно нажать на крестик в правом нижнем углу документа и подтвердить действие в диалоговом окне.